Привет, ребят, всем. Хотел показать. Я там сейчас отправлю на заставку фото форсунок, которые есть, корректировка, балансировка цилиндров. Там поставлю на заставку распечатку, как форсунки работали в идеальном состоянии. И вот их коррекция. Это норма для этих форсунок. Видите, вот норма по 4 форсам. Это EGDR501Z, 20501Z, 136 сил, 96 кВт, и Ford Mondeo 2.0 TDCi 2003 года, универсале, с двигателем FMBA. Вот такая коррекция идеальных форсунок Delphi. Все, ребят, всем благословений, пока-пока.